Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Эдуард Шарлемон, австрийский художник. Родился в Вене, столице Австрийской империи, в 1848 году. Его отец Матиас Адольф Шарлемон тоже был художник, который специализировался на написании миниатюрных портретов. Его младший брат Хьюго Шарлемон был не менее известным художником-импрессионистом. В возрасте 15 лет Шарлемон впервые выставил свои работы в Академии изящных искусств Вены, где он изучал изобразительное искусство. В том же возрасте Эдуард Шарлемон также был принят на работу в школу для девочек для преподавания рисования. Я воспроизвожу Википедию. После окончания Венской академии изящных искусств Шарлемон побывал во многих странах Центральной Европы и, наконец, обосновался в Париже, где прожил следующие 30 лет. В Париже он несколько раз получал первую премию на Парижском салоне, ежегодной выставке, проводимой Французской академией изящных искусств. Самой известной работой Шарлемона является «Страж Сираля», широко известный как «Мавританский вождь», изображающий мавританского воина, охранявшего Сираль, часть типичной богатой арабской виллы, где останавливались женщины, когда в дом входили незнакомцы. В 1899 году получил золотую медаль на всемирной выставке Exposition Universelle, проходившей в Париже. Шарлемон был также известен своими фресками. Он написал три фрески Бургтеатра, австрийского национального театра в Вене и одного из самых значительных немецкоязычных театров в мире, общей длиной около 55 метров. Умер в Вене в 1906 году. Сегодня репродукции его картины «Мавританский вождь» являются самыми продаваемыми экспонатами в музейных магазинах Музея искусств Филадельфии. Ну вот так немного о австрийском художнике Эдуард Шарлемон. Пока-пока, до свидания, смотрим картину.